кажется. Ой. Блять. Похудел. Сегодня мы уже начнем бульончик на ризе кушать. Да, да. Иди бегай. Пока, побегай. Я вчера после леса очень устал. Ли и устала. Вот дураки, а. Ну выходите, да. Ну, щенки так подросли, такие тяжеленькие уже. Вот ты. Да, подожди. Да. Облепили. Это беленькая такая. Я вот не знаю. Блин, дождик обещаю. Сейчас пацаны приедут. Бардачелло конкретное. Молодец, она как спать, все поспает. Покорми. Ребят, молодец, доволен. Рис, рис. Правда, он не совсем жидкий получился, но такой. Пусть кушает. Первый раз вот кушает. Пусть привыкает желудочек. Ты морду себе видел? Наша деловая колбаса любит гавкать, воспитывать всех. Такая с характером, знаете, такая. Как будто как взрослая себя ведет. Воспитывает всех. У нас дождик пошел, поэтому сейчас все под навесом. Только мусу закрыл, спайку отпустил. Ну, привет. Подойди, потом можешь сосать. Да, все, не прыгай. И кошак еще сверху, ребят. Да, поприкалывайся. Ты хочешь куснуть? У Артема скоро ради контента жопа в дырках стоит. Иди ко мне, мой мальчик. А я вот. Он с тобой погай, типа не лезь ко мне, брат. Он новые зубы сделал. Ну покажи свои зубки-то. Иди ко мне, мой мальчик. Иди, не бойся, иди. А я, блин. Молодец. Багира тебя успеет поцеловать. По волчьи сможешь с ним поговорить? Ох ты! Багира, не прыгай! Ты кораешься, защити! Багира! А я, иди сюда! Иди, хороший! Иди сюда! Киара, ты не забыла? Ты моя бывшая! Ты меня изменила! Иди сюда! Иди сюда! Иди сюда! Иди сюда! Иди сюда! Иди сюда! А я... Да, пока по волчьи не заговоришь, не завоишь по волчьи. Давай, руки, давай, глаз, глаз. Да погладь, он, видишь, нормальный.
Погладь его. Было пахнет. Да ты чуть увереннее. Да я погладь. Уверен. Ты уверен в том, что он тебя укусит? Нет, если... Суима, когда подходит, чтоб он, вот, видишь? Да не Кагопу, а ко мне иди. Кагоп не бог, ты чё? Чё там? Я знаю, сейчас чё будет, смотри, смотри. Лишь шрамик-то мне не помешает, да, скажи я? Давай, ну погнал, он уже реально к тебе подходит сам. Сделай, сделай контент. Иди сюда. Это Яврик умеет делать контент, а ты? Иди сюда. А я, на, да, тихо. Багира, уйди. А я тихо. Да не прыгай, Киара. Да, да, гладь, гладь уже. Сме. Киара, не прыгай. Ай, вот, ладно, видишь, гладь, ай, гладь. Киара, уйди. Иди-ка. Иди, мой мальчик, иди. Ну, ну что вы? Ругается, ругается. Гладь, бери рукой, гладь, он стоит, чтобы ты этого не натянул. Прям смело, он тебе ничего не сделает. Я все же вижу. Потом интересно. Не, серьезно, давай. Ой, гладь. Все. Мало. Иди сюда. Ну дай ему, скажи, на, покусай. Молодец. Ну дай ему, пусть он тебя. Ай, ты мой, молодец. Как звать? Как звать? Киара. Киара, иди. Ну дай почему его, ты вечно нагло так? Да, ты в наглую скажи, на, хочешь кусать, на, кусай. Теперь он тебя не... Вот, пусть куса, он кофту, понял, попробуй. Он кофту, да, да, пусть, он ничего не сделает больше. Все, все, молодец. Я теперь он тебя не цапну. А я, вы хороший, вкусный такой мальчик. Мы тебя пожарим. Да, он очень, братан, очень братский. Серьезно, говорю, если ты с ним подружишься, будешь кайфовать. А он... я знаю, как его. Иди, иди. Идем еще. А я. Иди. Ай, ты мой клянь. Да, прям в наглу. Гладь, гладь. Он же стоит. Он тебя не тронет. Молодец, ты мой хороший. Молодец. Дай лапу. Дай лапу. Лапу дашь? Да, да, чтобы видно. И мой колесик. Да. Дайте мой шлетки. Идем, молодец. Тихо, тихо. Молодец. Мам. Он сам, видишь, уже мам. Хочет, чтобы могла. Вот, иди видишь? Мне, иди. Хорошо. Иди сюда. Видишь, он дальше. Он хочет, чтобы ты ругает Спайка, типа не мешай нам. Иди сюда. Лезет тебе. Видишь, лапу дай, типа погладь еще. Мой мальчик. Он любит, когда его гладят. Дай лапочку. Дай. Дай лапу. Дай. Вот сейчас перестань его гладить, он на тебя лапу положит, смотри. Вот сейчас погладь, погладь, не бойся, погладь. Я не боюсь, черт. Да, и теперь вот убери, просто руки убери. Смещаем. Ага. Иди, мой мальчик. Блин, классное видео, честно говоря, такая картинка красивая получается. Я сказал, сурово Аркаша приехал. Нельзя. Во, видите сразу, это вот моя копия. Только я еще люблю животных. Все, Аркаша пришел, извините, ребята, у нас рабочая обстановка, уже не до съемок, не до шуток. Сейчас мы пробовали. Аркаша, видите, сразу документы в полочку, а Кеш сюда их поставил, вот разница людей. Ой, все, ребят, классно. Я доверяю. Кому, собак? Нет. Че Аркаш говорит? Я говорю, она постоянно придет, носом уткнется. Иди гуляй давай. Ребята, умираем тут со смеха, бля. Собаки смешают. Спайк ходит с палкой, воспитывает. Сейчас пару раз ударит, их они лучше работают начнут. Вы что сегодня меня достать? Воспитывает. Киара от Аркашки не отходит, Аркашка не разговаривает, уговаривает. А Спайк, огрей его пару раз. Нет? Блин, смотри, уважает. И Киара от Аркашки вообще не отходит. Она делает, видишь, вот траву пытается вам съесть. Ну, не пытается, а делает это. Но подойдет к Аркашке, одна и та же технология. Травы не может достать тебе. Достал. В жопу не знаю.
Она думает, он подкатывает, даже повернул счастливо. Смотрите на спайк. Понес колесо. А ну, возьми, возьми. Чуть не... Спайк, принеси. Спайк, принеси. А, уже мешают. Ладно. Все. Ребят, резину-то я им так не даю, если честно. Это вот надо убрать ее. А там зубы могут поранить. А он не сможет это сделать. Ребят, как он меня упрашивает, что-то я ему кушать дал. Все, хорошо. Прям бедолашка. Один раз же дал, все. Пойдем. Мысля. Эти мысли. Это. Колобка настроения. Колобка настроения. Колобка. Ой, прыгай. Эй. Эти-то ногти толстые, правда, ребят. Тяжелый очень. Молодец. Да. Я молодец. Этих тоже отпущу. Во сне видел, ребят, Мусу со Спайком, что они друг на друга рычали. Якобы они вместе находились. Свобода, но не подрались. Ой, надо щенков же отпустить, точно. Так, сейчас. Я Мусу открыл, по-моему. Ау, слоны просто. Сюда иди, Муси. Ой, все выспались. Ребят, сегодня дождик же был. Мы решили, что сегодня не работаем. Я ролик сделал и вырубило меня так. Я, правда, покушал. Знаете, что покушал? Что кушает этот? Кирюшка наш, то и я поел. Там рис был, его ж кастрюлю, думаю, блин, ну все ж чисто, стерильно, думаю, почему нет. Короче, я так его наелся, что меня вырубило, я выспался, наконец-то. Да так выспался, просто кайфую сейчас. Честно, давно так не высыпался. То вчера вот ночью же я пришел, ну как поздно, с лесу. И вот сегодня просто супер, я выспался, все. Я сейчас только в трансе хожу, но мне по кайфу. Чего вы, ребятки мои? Нельзя, Яврик, ну, чуть гавкнули на тебя. Что ты? Сразу. Окей, Яврик, да, сразу ощущай. Даридарам. Пиши. Пацаны все убрали, да, опять, на. Накакали ребятки наши. Ой. Да. Правильно, Колобок, не задерживайся. Давай вперед, пятую включай. Так, Колобок, покажи, кто здесь хозяин. Ю. Колобок просто длинный. Как говорят. В общем, корпус длинный.
Был бы он коробчик, с этой стороны тоже голову колобку сделать. Будет два колобка у нас. Так, смотри, что она делает. А ну пусть он им даст. Колобок дай им шар. Посмотри на этих сволочей. А ну не... Нет, что делать? Кстати, унес ее. Колобок. Малыш, я тебя защищу, не переживай. Защищу. Дайте мой герой. Стойте мой. Мой персик. Я тебя в обиду не дам. Да, моя лясть. Яря. Колобок, как щенок, честно рассуждает. Он такой и наглый, и не наглый. Ого, все, смотрите, щенки в шоке, он разозлился. Массаж переходит в режим. Чрезвычайно уже. Видите, он обманул, он делал всегда тихий массаж, а теперь, короче, воспользовался моментами, придушить хотел. Нападение сзади. Правильно, они так же делают. Они нападают. Сам сбил, сам носом упал. Тихо, тихо, тихо. Смотрите. Смотрите на него. Че, нападение будет? Да. Кого не может снести, останавливается. Там лошади ездят. Не дождался. Колобок он убирает. Все, потерял. Добычу свою потенциальную, которая тебя боялась. Тихо, говорю, тихо. Да, блин. Тимми! Сука такая. Бедный пацан убежал. Пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем. Давай, иди в туалет. Давай, иди в туалет. Вот так вот. Ой! Ой! Уйдите, давай. Сбили меня. Уже взял это, играется.